Приветствую всех подписчиков и гостей на своем канале. И сегодня мы поговорим про ICO такого проекта, как MyShell. MyShell провозглашает себя первой в мире игровой платформой для борьбы с мошенничеством. Она призвана помочь людям чувствовать себя в безопасности при совершении онлайн-транзакций, добавляя дополнительный уровень безопасности для операций с криптовалютой. Ну, в конечном итоге MyShell хотел бы обеспечить защиту от мошенничества для всей экосистемы электронной коммерции. В настоящее время компания занимается сбором средств с использованием криптовалюты MyShell Token и надеется запустить свою платформу для борьбы с мошенничеством в первом квартале 2019 года. Проект был начат с технологии от компании BrandShell. Основанная в 2013 году, эта компания разработала систему киберинтеллекта на базе искусственного интеллекта для отображения мошенничества и подделок в киберпространстве. Система BrandShell отслеживает интернет в поисках мошенничества, фишинга, нарушений товарных знаков и всяких других действий, которые каким-то образом нарушают закон, то есть являются неправомерными и именно на сети интернета. Также в социальных сетях, рынках электронной коммерции и даже в мобильных приложениях. Так, теперь давайте сразу же немножко глянем. Так, на команду. Где у нас команда? Так, команда. А, вот она, команда. Человек по имени Йован Керин. Вот он. Йован Керин является генеральным директором как MyShell, так и BrandShell. Согласно его странице в LinkedIn, он уроженец Израиля и имеет степень MBA школы менеджмента Северо-Западного университета. Также он имеет опыт работы в области маркетинга и развития бизнеса. И еще отслужил советником израильского политика Хаима Раома, который провел более четверти века в законодательной ветви правительства Израиля. Так, ну давайте теперь поговорим, как непосредственно именно работает данный проект. Так, ну, с появлением криптовалют мошенничество добралось и до этой сферы довольно быстро. А каждый такой мошеннический удар наносит огромный урон криптовалютному сообществу. И разработчики этой платформы на своем сайте приводят статистические данные, по которым написано, что в результате действий мошенников ежемесячно с криптобирж крадут 1,5 миллиона долларов. И платформа нацелена на активную борьбу с мошенниками путем решения проблем безопасности. Платформа будет контактировать как с пользователями, так и с разработчиками решений безопасности, чтобы собирать данные о мошенниках. MyShell будет в роли приложения для смартфонов, а также в виде плагина для браузера. То есть очень удобная мобильная и десктопная версия. Также платформа будет работать с помощью MyShell Token. Еще платформа распределит 1 миллиард токенов для использования на платформе. На веб-сайте объясняется, что токены можно использовать следующими способами. Ну, баунти вот сейчас проходит и прослужит стимулом для сообщества. Отчеты. Пользователи будут вносить токены при сообщении о потенциальных мошенниках. Если они точно мошенники, то эти токены будут возвращены. Премиум подписка на MyShell позволит пользователям узнавать о мошенничестве и получать награды, когда они обнаружат мошенничество. То есть сдал реального мошенника, получил денежку. Еще будут гарантийные программы. Обеспечивают гарантию возврата денег для клиентов по сделкам. Ну и давайте поговорим, кому действительно будет необходим такой проект. Если вы пользуетесь криптовалютами на регулярной основе или проводите частные онлайн-транзакции, то MyShell может именно вам подойти. Это более важно, чем когда-либо, чтобы обнаруживать и останавливать интернет-мошенников. Если проект сможет выполнить свои обещания,
то они обеспечат дополнительную онлайн-безопасность, которая может принести почти, ну, всем пользу, кто пользуется интернетом. Ну, давайте еще поговорим про преимущества. Преимущества Malshelt очевидны. Кибербезопасность, поскольку она относится как к криптовалютам, так и к операциям в электронной коммерции, имеет первостепенное значение. Думаю, никто не захочет потерять свои активы в результате действий каких-либо там мошенников. Возможность лучше идентифицировать и предотвращать мошенничество является очень необходимой услугой. Ну и немного подытожив, хочется сказать, что данный проект вполне способен выполнить свою цель по привлечению компаний, пользователей, поставщиков, кибераналитики и правоохранительных органах сообщества на одну платформу. Более подробную информацию вы можете получить у них на сайте, также ознакомиться более подробно с командой, с родмапом. Ну а на этом все. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и до новых встреч.